Idzie, przejdzie, przejdzie. Он должен быть уже. Нет, он зимой. Не греет. А, ну да, правильно. Он был в 92-м году. Зимой. 92-м. Я был в детском герое. Вы были посредством, я видел. Рыбаки так и стоят, как вчера. Не спросили, что они ловят, они говорят, что да, потому что такое течение, что он сносил все время нас, разворачивал. Понимаешь, когда такое течение, разворачивает нас все. А чего это? Подальше? Там, во-первых, понятно, во-вторых, там намного уже, поэтому тут тот же самый поток, он идет. Ну, я думаю, что вот это примерно от Манасабы, по-моему, он не имеет. Да, и потом, и потом после этого еще было три. Да, три или три до другого моста. Вместе пять, не два, так. Вот работа классная. Лежит там.
Музыка играет там, загорает. Я ему сказал, что я знаю гибро, а он мне тут же сказал, а вот мой любимый там какой-то музыкант поет на гибро, переведи мне, пожалуйста, он меня поставил. Ну да. Ну он там пел такую пару врачей. Про любовь мою? Да. А мы поедем еще, где-то поедем. Надо поехать, на доску поедешь. А меня почему? Ну ты же была когда-то in labor, когда Алика родила. Значит, Labor Day тоже твой день. Женский день. Мамин день. Это с одной стороны, а с другой стороны, наверное, все-таки ограничено. Ничего не ограничено. Вчера прекрасно покатались на каяках. Потом мы с тобой пошли после обеда купаться. Дождя не было. Мы великолепно купались. Чем мы ограничены? Ну, ты просто не подлаживаешь. Ну, тут ничего, подлаживаешь. Зато, Гена, какой свежий... Ой, там же купаются. Свежий воздух, запах озона, хорошо, вода, вся эта дника. Да, там есть. Вот эти, вот, лагуна. Да, пожалуйста.
вот тоже, видишь, рит, вон он, видишь, он ломает. Да, очень. Бега может на прямые. Самая лошадь. Да. А ее похоже потихонечку это самое. Сдвигает, а все объедает. Она работает только на косинке. Газон съедалкой. Да.
похайкать там. Похайкаем тут, и вот весь проехать там много чего. А этот хайк отложен на утро солнечного дня. Ну там уже следующий день тоже будет приличный. Ну тем более. Да, там. Здесь все-таки не так далеко. Мало вероятно. Правда? И там именно нужно, чтобы был солнечный день, чтобы увидеть даже облаков. А хайкать это очень просто, когда облака, но нет дождя. Там орешек. Он когда такой молодой, они там ложки вот скребут. Ну как написано? Хороший взгляд, не пролива. Да? Наверное. Смотрите, не очень задумчивый печальник. По наклону провалы сразу. Да. Поняла, да, кто там у него уже говорит. Ну да. Причина. Даже в бедные деньги. Всех отсюда выгонят. Они не бедные. Да. Думаю, что они богатые. А можно так вот 99 лет лист прошел, а ты снова его продлеваешь? Я не знаю. Наверняка да. Ну не по такой цене, не по новой, а какой-то там объектив. Наверное, схема есть, знаешь, как да. Скручивают эту самую спидометру машины. На море опять. Мало. Сюда, сюда, сюда. Понятно, что это.
водопад такой, видишь, ага. Диагональный. Да, да. Ну, это такие бакьярды, прям ярды. Шутрико можно поставить. Genetically modify the fruit. They put stuff into it and grow it a certain way. Not natural. Not organic. Мы хотели потом по этим туннелям пройти. Да, я уже. А кстати, если будет дождь, там даже не будет внутри. А где стало? Это в самом конце. Куда ехали? Да, помню, конечно. Вот. Там лагуна какая-то. Там есть лагуна, мы не видели, потому что мы не смотрели. Я посмотрел по карте, я посмотрел в Пакистане, говорят, там очень хорошие снорки. Там есть часть, которая с волнами. Эта лагуна, она должна быть изолирована. Вода такая грязная была, помнишь? А, это гречка? А, да. Гречка, да, конечно. А сейчас есть Android такой, вот сам какой-то. И он, да, в детский сад, парк. Вот как, где на какую идею у меня голову идет, уже взято. И воплощено. А вот кстати. А он как? А сегодня, наверное, он видит эти деньги. Да, сегодня, наверное, выгодит. А, сегодня закрыт. Паркинг на трейлхед. Возможно, надо вставать на какие-то деньги. Давай попробуем. Проедем, посмотрим, если там будет паркинг. Если нет, тогда ты.
твою, Вер, я твою сумку не беру. Окей, она там сзади. Не, я с ним пойду. Будете там в парке.